Пушистые беглецы. Внимание, внимание! В магазине найдется все, найдется все! От конфет до гвоздей, заходите к нам скорей! Ого, а у вас правда все есть? Ха-ха, даже больше! Эксклюзивное предложение только для посетителей нашего магазина. Можно погладить животных в контактном зоопарке. Это бесплатно! Как раз искал хорошую лопату. Беру. Отлично! А это подарок! Ой, какие милые! Надо их срочно погладить. О, куда же вы? Мне бы не понравилось, если бы меня постоянно разглядывали и гладили. Конечно, вы же не кролик. Всем известно, что животные любят внимание и ласку. Какую картину повесить? Может быть, морскую? Море очень красивое. Но Лео любит арбузы. Тогда с арбузом или все-таки с морем? Голубой цвет повышает настроение. Но и зеленый тоже. Бак, ты не мог бы потише? В смысле, в тишине и покое лучше принимаются решения. Правда? Ты уверен? Абсолютно 100%. Научись слушать тишину, и правильных ответов у тебя будет больше, чем вопросов. Делай, как я. Ладно, попробую. Куда ты? Куда ты, енот? Дай я тебя поглажу! Ай! Знаете, что я вам скажу? У вас какой-то невоспитанный енот. Я хотел его погладить, а он меня чуть не поцарапал. Одним словом, безобразие. Может быть, он тоже хотел вас погладить? А? Держите! Держите их! Ой, ой-ой-ой! А если найти морскую картину с арбузом? Бак, мы слушаем тишину. Забыл? У меня не получается, Лоти. Когда я думаю, мысли такие громкие, что я не могу молчать. Да, похоже, тишины сегодня не будет. Фортуна, что это у тебя? Флора сделала для меня сквики-детектор. Если он часто пикает, значит, сквики где-то рядом. Так. О, нашелся! Зеленая тревога. Зеленая тревога. Срочный звонок от мисс Прилавок. Команда Флоры, здравствуйте! Мисс Прилавок? Первый раз слышу. Она недавно приехала в город Зеленый и открыла свой магазин. Привет, мисс Прилавок. Что случилось? Помогите найти кролика и енота из моего контактного зоопарка. Они убежали. Контактный зоопарк? Это нехорошо. Мы еще это обсудим, мисс Прилавок. Но сначала нужно найти животных. Флора, мой сквики-детектор поможет. Отличная идея, Фортуна. Я настрою его на других животных. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила репейника! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила лотоса! Туда. О, теперь туда.
туда. Нет, туда. Наверное, кто-то из животных туда упал. Я сейчас посмотрю. Там кролик! Ему страшно. Бедный малыш. Кролика нужно успокоить и достать. Мисс Прилавок, у вас есть морковка? Лучшая морковка в городе. Каждая третья в подарок. То есть, держите. Я и сама могу туда залететь. В шахте тесно, Фортуна. Если заденешь пропеллером стену, упадешь. Ничего не понимаю. Почему прибор ничего не показывает? Где енот? Похоже, он сам к нам идет. Я никого не вижу. Может, это какой-то особый микроенот? Я поняла! Он в том мусоровозе! Я его достану! Кручусь, верчусь, за енотом качусь! Ага, вот ты где! Ой! Только чур не царапаться! Ой, совсем забыла! Там же еще был хомячок! Он тоже пропал! Кажется, я его нашла! Ой! Ой, это всего лишь лягушка. Да, без Квики детектора будет сложно. Но хомячка надо найти, пока он не попал в беду. Лотти, Баг, поищите в магазине, а мы проверим улицу. Угу. Может, он здесь? Или тут? А если он забрался в вентиляцию? Баг, не суетись. Так мы ничего не найдем. Но что же нам делать? Для начала успокоиться. Послушаем тишину, чтобы очистить разум. Ну, если ты считаешь, что это поможет. А? Слышу. Свои громкие мысли? Нет, хомячка. О? Кажется, он где-то там. Значит, сапоги у вас есть? Ну, показывайте. Пожалуйста, пройдемте. Лучшие сапоги в городе. Покупая пару, третий получаете бесплатно. Мне достаточно двух. Сейчас примерю. Нет! О? Стой, подожди! Ой, я же мог его раздавить! Молодец, Бак, ты спас хомячка! Это все потому, что мы слушали тишину, Лотти. О! Мисс Прилавок, контактные зоопарки опасны для животных. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. В контактном зоопарке животные страдают из-за нехватки чистого воздуха и солнечного света. Из-за постоянных прикосновений чужих людей животные испытывают стресс, а от стресса заболевают. Я думала, животные любят внимание и ласку. Да, если внимание и ласку проявляет хозяин к своему домашнему питомцу. Спасибо, Флора. Теперь я закрою контактный зоопарк. А я придумал, какую картину повесить на стену. Турист, сделаешь для меня одну фотографию? Конечно. Отличный выбор, Бак. Рад, что тебе нравится, Лия.
Удача дракона. Есть! Победил! Опять шестерка! Пятый раз подряд! Победил, 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 победил! Это нечестно! Все честно, Бак! Просто сегодня четверг! А при чем здесь четверг? Понимаете? По четвергам мне везет! Четверг тут совершенно ни при чем! Просто случайность! Глупо на нее рассчитывать! Готов обыграть вас еще разок, чтобы доказать мою четверговую везучесть! Зеленая тревога! В следующий раз, скаут, все в штаб! Зеленая тревога! Зеленая тревога! Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Смотрите, кто-то выкопал один из горных лиловых васильков. Бедный цветочек. Это редчайшее растение. У нас в горах растет всего 3 штуки. А, то есть теперь 2. Нужно взять их под охрану. Чур, я первый сторожу. Под моей защитой цветочки будут в полной безопасности. Сила перекати поля! Твое молоко, таксист. Спасибо, фермер. Как говорил мой дедушка, молоко – залог здоровья. Что это у тебя за чудной цветочек? Удача дракону называется. Приносит удачу. В интернете прочитал. Удачу? Удача мне не помешает. Как говорил мой дед, лучше стакан удачи, чем ведро молока. Где взял? Как же спать хочется. Не надо было вчера допоздна комиксы читать. Бррр, не спать, скаут, ты на посту? Хотя, сегодня же четверг. Ничего плохого не может случиться. Можно и вздремнуть. Немного. Это же скаут. Отдохнуть прилег. Ну, будить не буду. Скаут, проснись! Скаут! А? Что? Лео, ты чего это тут? Еще один цветок пропал, а ты тут стебли раскинул и дрыхнешь. Ну и шутки у тебя, Лия. Не мог он пропасть, сегодня же четверг. Я пришла тебя сменить, а тут вот. А? Но этого не может быть. Не может быть. Опять подгорели. Ах, о, пекарь, похоже, тебе нужна удача дракона. Мне бы и удачи муравья хватило, лишь бы булки не подгорали. Удача дракона – это такой цветок. Вот, фермер говорит, что он приносит удачу. Фермер в цветах понимает, а где бы и мне такой раздобыть? Я знаю одно местечко. Ребята, мы обязательно должны вернуть цветы на гору. Конечно, это ведь цветочкин дом. Именно. Беатрис, расскажи об этих цветах. Горный лиловый василек, известный также как удача дракона. Редкий вид. В наших краях растет только на этой горе, так как здесь соблюдены идеальные для цветка условия. Состав почвы и воздуха, влажность и количество солнечного света. Значит, если не вернем цветы домой, они зачахнут. И в наших краях исчезнет уникальный вид растений,
Ведь одного цветка для размножения недостаточно. Поймаем того, кто выкапывает цветы, и заставим его их вернуть. Устроим засаду. Начинайте без меня. Я скоро! Да, сейчас, только свет уберите! Сквики, стой! Засады. Да, это ужасно. Просто ужасно. Было бы, если бы я не заменил цветок бумажным муляжом. Та-дам! Заменил? Ну, как ты догадался? Просто не хотел больше полагаться на удачу и подстраховался на случай, если похититель все-таки доберется до цветка. Молодец, скаут! Не знаю, что тут у вас творится, но можно я возьму этот цветочек? Нет! Как здорово, что цветочки вернулись домой и снова будут жить вместе. Редкий вид цветов чуть не исчез из-за вашего суеверия. Мы же не знали. Беатрис, расскажи, как люди по незнанию вредят растениям. В природе много редких или исчезающих видов растений. Иногда они страдают из-за того, что люди об этом не знают. Нанести большой вред природе можно, даже просто сорвав цветок у дороги. А однажды фермеры уничтожили много занесенного в Красную книгу мягкоплодника, выкорчевав его вместе с сорной травой. Как же нам, не нанести вред редким видам? Но для начала нужно стараться вообще вреда не наносить и изучать растительный мир родного края. Сквики, стой! Это может быть редкая бабочка. Ой! Не трогай бабочку! Сквики,
пожалуйста, отвертку. Молодец, Квики. Флоролет исправен. Баг. Замена колеса есть. Лоти, общий техосмотр. Сделано. Скаут, смазка соединений в работе. Лия, проверка тормозной системы. А где Лия? Лия сказала, что займется своим баги позже. Сегодня у нее важное дело. Странно. Что может быть важнее дел команды? Я так рада, что ты позвала меня на свою фотосессию! Это для журнала «Мир фокусов». Там хотят фотосессию из самого экологичного города мира. То есть из города Зеленый! Как здорово! Ага, будешь нашим экспертом по растениям? Конечно! Я знаю о растениях все! Почти! Отлично! Нам для фотосессии нужен какой-нибудь красивый фон из растений. Красивый? Как насчет этого цветочка? Думаю, он подойдет к моей шляпе. Как-то пустовато. Может, надо больше разноцветного? Тогда давайте там. А теперь меня не видно. Вообще нужно что-то необычное. Необычное и красивое. Где же взять необычные красивые растения? На базе есть цветочный атлас. Посмотрю там, я скоро вернусь. Моноцикл готов. Привет, ребята. Привет, Лия. Где же ты пропадаешь? Все уже закончили техосмотр своего транспорта. Флора, прости, завтра я все-все-все сделаю. Просто сегодня у нас с Леди Фокус очень важная фотосессия про наш город. Ух ты, здорово. Ага, журналу «Мир фокусов» нужны фотографии Леди Фокус на фоне самых необычных растений. Это все хорошо, Лия, но в первую очередь нужно разобраться с делами команды. Ничего страшного не случится, если я займусь делами команды чуточку попозже. Кстати, вы не помните, где лежит цветочный атлас? Зеленая тревога! Зеленая тревога! Вы только посмотрите! Эта штука разрослась по всему огороду! Ой, какое красивое растение! Красивое и необычное! То, что нужно! Ага! А еще и очень опасное! Это же борщевик! А? Беатрис, расскажи об этом растении, пожалуйста! Борщевик сосновского – ядовитое растение. От контакта с ним кожа человека теряет защитные свойства, из-за чего становится уязвима к солнечным ожогам. Для уборки борщевика лучше всего обратиться в специальную службу. Фермер, ни в коем случае не приближайся к борщевику. Мы сейчас приедем. У природы беда. Команда Флоры спешит туда. Сила лианы! Сила клевера! Сила перекати-поля! Сила репейника! Сила лотоса! Сила Флоры! Раствор, который избавит тебя от борщевика. Только цельтесь аккуратно, не попадите в другие растения. Ура! Получилось! Опасный борщевик больше не опасен.
Берите по шлангу и поливайте борщевик. Только не пропустите ни одного кустика, иначе он снова разрастется. Молодцы, ребята! Еще немного, и мы полностью очистим ферму от борщевика. Лия, куда ты запропастилась? Мы тут такое место для фотосессии нашли. Полюбуйся. Красиво, да? Приезжай. Леди Фокус, нет! Это опасное растение! Связь пропала! Надо срочно спасать их от фотосессии, то есть от борщевика! Но мы же не можем бросить ферму, иначе борщевик снова здесь разрастется! Я установила, откуда был звонок! Координаты в ваших багги! Лия, Лотти и Бак, езжайте к Леди Фокус с туристом! А мы пока закончим очищать ферму! Приготовься, турист! Как только я залезу в эти удивительные растения, начинай меня фотографировать! Держись, Леди Фокус! Мы уже едем! Ой, что это? А-а-а, помогите! Я потеряла управление! Лия, тормози! Не могу, тормоз не работает! И руль тоже! Суперлейка, воду полейка! Впереди озеро! Не бойся, Лия, я спасу тебя! Репей лебедка работает четко! Готово! А теперь тормозим! Бак, Лотти, спасибо! Если бы не вы! А ведь Флора говорила, что надо проверять тормозную систему. Да, Флора была права. Ой, нам же надо спасти Леди Фокус и туриста. Время стоит, когда скаут летит! Скаут! После техосмотра мой моноцикл стал еще быстрее. Помочь нам с фотосессией? Прости, Флора, больше я не буду откладывать дела команды на потом. Они важнее всего остального. Я рада, что ты это поняла. А откуда у нас взялось столько кустиков этого опасного борщевика? Беатрис, расскажи, пожалуйста, об этом. Изначально борщевик Сосновского произрастал высоко в горах Кавказа. Но потом им решили кормить животных и засеяли борщевиком сельскохозяйственные поля. Позже выяснилось, что растение опасно и быстро распространяется. Борщевик обжился в новых тепличных условиях и стал стремительно заполнять собой поля, фермы и города. Как хорошо, что мы прогнали его из наших мест! Да уж, не любое красивое растение можно трогать. Спасибо, что остановили нас. Жаль только, что сорвалась такая хорошая фотосессия. Где же нам найти другие необычные и красивые растения? Необычные и красивые? Кажется, я знаю решение. Ведь самые необычные растения нашего города – это чудо-растения!